Приветствую. Ом твоим сакшат шунапурна сакшат сиади шакти матаджи шунадивина. Шуна хлебушек, лук, чесночек. Супец мама сварила. С горбушей с кайсенеру. Ряженка. И два пирожка с мясом. Вот, кстати, короче, вы говорите, да? Что я это... Не кормлю животных. Кормлю. А вы мне помогите. Рублей хоть по 5, по 10 киньте. Ссылка в описании. Напишите что-то на ком животным. Могу понять, что собака как-то дома и на улице. Да. У меня же Саша Карикан, Саша Небесна. Лук сюда я у не болел. Да умер Саша Небесна. Ты совершенно тайт была. Ты всем помог. Вот это. Анька. Ой. Лариска. Или как там. Прилежала. По пьяни. За жительницу. Пойдёт. Думка. Угу. Блин, на сахаджу йогу ходил, так клёво было. К мармошкам вообще чётко. Миссию выполнял полный день. Замечательно. Всем мормонам привет. Помните раньше, что знакомых так натирали? Хлеб. Бабушка. Ну что? Шесночка. Я сюда укисую, что я. Прищик отскочил.
тобой пирожки есть. Стряженка. Ну да, потрясти маму, она не трясла, как смогли нашла. Мама молодец, меня подкармливает. Ой, нет. Сейчас с пирожочком. Значит, она написала, чтобы я говорил больше. Это масло. Кстати, я с Гитлерманом не общаюсь. Я видео залил, потом удалю, где Катя получила. Какая похуй. Представляешь, с ним идти по улице. Батю позвал голубую. Там услуги там мужикам. Второй пирожочек. С мясом. Мама купила. Мама молния. С мясом.
Давай, папа.